بسم الله الرحمن الرحيم. Зато Коран несёт знамя ислама, раяту ислам. Как сказал قاضي عياد رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام. Носитель Корана — носитель знамени ислама. Он не должен пустословить и лгать вместе с людьми, повторять их ошибки и предаваться бесполезными развлечениям вместе с ними. Поэтому он должен как бы вот эти вот, то, что он учит, то, что он читает, он должен жить по этому. Поэтому он не должен, когда люди лгут, он тоже лгать. Бывает такое вот: зачем ты его обманываешь? Он меня обманул, я его обманул, и я этим же ответил. Нет, он должен отличаться. Что мы делаем из благого, в судный день, альхамдулля, получим. То, что мы делаем из греховного, это мы тоже увидим. Да, Аллах Субхану, чтобы нас Аллах Субхану Таля простил. Поэтому, когда мы делаем что-то хорошее, мы для себя делаем. И любое плохое злодеяние, это тоже вернется.